Привет, дорогие друзья! Это видео будет не особо разговорным. Оно посвящается тому, как я собирал шиповник и прогуливался по красивой природе. Водичка, можно попить. Такой вот пойдем. Тут лошадки. Пришли, на меня смотрят. Любопытные лошади, конечно. Что у меня в кармане, ложу в рюкзак. Собрали, ну думаю, нормально, достаточно шиповника. Теперь пойдем в лес, немножечко там осмотрюсь, погуляю, потом разведу костер. Кофе еще хочется. Ох, как я с собой взял боеприпасы для кофе. Кофе тоже приготовлю. У леса, ну мы у леса, но мы еще не в лесу. Лес только начинается. Ну уже я вспотел прилично, потому что уже полчаса только поднимаюсь вверх. 20 минут, полчаса где-то. Вот. Нормально место никак не могу найти. Было нормальное место, но там были вот такие вот маленькие деревья. Как бы, если бы, например, я тут костер развел бы, они бы все... Их там много было очень, они бы все пропали бы. Опаньки.
место преступления. Перья, видите? Сокол тут с кем-то что-то поделал. Короче, в лесу я вот такое место нашел, ну, дорогу нашел. Посмотрим, до куда она доведет. Я, конечно, молодец, попал под дождь. Готовить еду не буду. Кофе попью сейчас и побегу домой. И тем более через полчаса стемнеет уже. Ну все, кофе уже вскипятело. Опа, видите?